Дорогие друзья, хочется каждому из вас сказать, вы знаете, такие события надвигаются интересные. В то время, когда столько кругом разных болезней, войны, разного рода страшные вещи происходят. И такое важное событие, саммит, который будет проходить в Риме. Мы приглашаем вас, потому что это в самом деле очень важно и очень такое ценное для вашей жизни событие. Обязательно приезжайте, регистрируйтесь. И люди регистрируются вообще со всех концов земли сегодня, чтобы быть в онлайне. И если вы сегодня еще не зарегистрировались, вы должны это сделать, потому что ваша жизнь изменится. Это будут 5 дней учения. Для того, это учение, в котором главная цель – это проявление Бога в твоей жизни. Аминь. Не просто знание, информация, которая убивает буквально. Рема убивает откровение, убивает вообще. Буква убивает. Но откровение, дух оживляет. И вот именно там вы переживете, когда рухнут твердыни, когда рухнет дьявол, который контролировал. Может, ваши души, они больны. Может, ваши души сегодня, они в смущении, в смятении. Я вам хочу сказать, что там, на саммите, мы будем учить свиточка, и мы будем молиться, чтобы каждая душа, она успокоилась. Чтобы вы поняли взаимодействие души и тела, взаимосвязь, насколько это все взаимосвязано. Что если тело болит, душа тоже будет болеть. Если душа болит, тело тоже заболит. Что дух, твой дух, Дух Святой, который в твоем духе, если есть проблема в душе, он не может пройти и проявиться в твоей жизни. Поэтому всему этому мы будем учить, мы будем молиться, и мы увидим, как вы будете подняты на высоту. Ваши ноги Бог поставит на скале. Знаете, для этого мы и стараемся, для этого и трудимся, для этого и ложим сегодня все свои усилия для того, чтобы вы увидели живого Бога в своей личной жизни. Амин. В своих финансах, в своей семье, в своем доме, в своем здоровье. Чтобы вы увидели чудеса, о которых вы даже не мечтали. Увидели омоложение, увидели просто процветание через край, увидели просто, когда Бог в самом деле берет вас и поднимает. Проявляется в вашей жизни ежедневно. Аминь. 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 Да. И вот в этом огромнейшая сила и огромная истина, которую ты должен узнать, что Бог в твоей жизни хочет проявляться именно ежедневно. Ежедневно. Потому что, знаешь, попадая на такое потрясающее событие, человек может подумать, что я приеду туда, там, да, я переживу Бога. Он прикоснется ко мне, Он совершит даже чудо для меня. Но послушай, Бог не должен остаться там. И для этого и существует этот саммит, четвертое измерение. Потому что Бог, Он хочет вместе с тобой оттуда двинуться в твою жизнь. И в твоей жизни уже пребывать. И в твоей жизни каждый день открываться и совершать свою невероятную работу. Аминь. И потом уже через тебя двинуться дальше. Это этот потрясающий план, который Бог хочет просто внедрить в жизнь каждого человека на этом саммите. Тем более мы с Викторией, мы понимаем, что после саммита мы будем оставаться теми, кто держит с вами, можно сказать, контакт. Мы в онлайне, понимаете, мы сегодня миссия, мы сегодня служим, нас Бог призвал служить в интернете, в онлайне, чтобы каждый человек на разных языках, он был достигнут присутствием Святого Духа. Аминь. Он был достигнут помазанием, силой, чудотворным помазанием Духа Святого, которое сегодня исцеляет больных, которое сегодня творит чудеса, которое меняет жизнь людей, отменяет приговоры смерти, рак исцеляет. Понимаете? И мы сегодня призваны Богом служить. Он как поставил кафедру нашу в интернете для того, чтобы все народы, каждая страна, каждый дом, явление Духа и силы в каждый дом на всей планете. Аминь. Бог ждет тебя на саммите четвертое измерение.